И это адекватное решение. Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья. И да, я у мамы хорошей дочь, поэтому даже в помещении я хожу в шапке. Сегодня мы с вами будем смотреть, наконец-таки, долгожданные моменты жизни колледж. Да, я снимала очень много видосов, но, конечно же, я это все не смонтировала вовремя. Дарья, актуальность — две вещи несовместимые. Поэтому сейчас смотрим моменты жизни, и до конца года выйдет еще одна часть. А теперь хорош болтать, погнали смотреть этот трэш. Моменты жизни. Учительница наша. Да нет! В общем, многие мне списали в комментариях, что у нас нету парней в группе. Вот, пожалуйста, у нас есть Ильсу. Руки положили на колени, отвернулись. Что-то я уже устала. Шо контент? Вот ты на чё? Ну давай! Давай момент, который ты знаешь. Пш! Наши слушатели. Ну да, да. Тича, что мы делаем? Мы смотрим видео о том, как кто-то вас не видно. С английском. Сама. Как меня заверили, это очень экспертный человек. Девочки. А мы настоящие какое? Я уже вижу. Человек. Тича в шоке. Просто расскажите свой эмоушен. Короче, вы видите, какой тормоз происходит, когда она меньше не может объясниться? Это очень стрёмно. Во-первых, это блокирует как-то коммуникацию, к вам подходит человек, что ты хочешь сказать, я не понимаю, да? Вот, из-за этого вы не можете объяснить, что вы хотите. То есть, грубо говоря, нужно вам срочно куда-нибудь выйти, вам что-то срочно потребовалось, вы хотите о чем-то попросить. И вас человек элементарно не понимает. И вас это бесит, и его это бесит. И в итоге вы уходите с плохим настроением, ощущением, что я тупая, у меня никогда ничего не получится. И это очень бьет по самооценке вашей и вашего собеседника. Вот. Ну, это, конечно, прикольно, но все равно это огромная проблема, это надо обязательно устранять, так или иначе. Тича, погодите, а как вы считаете, вот есть ли успех у Насти Ивлевой? Ну, если сравнивать ее самые-самые первые фразы и самые последние, то успех однозначно есть. Она уже как-то прокачала свой синтаксис, то есть она теперь может уже не просто вставить одно английское слово, остальные русские, она уже может 2-3 слова связать. Скажем так, уже есть какое-то понимание того, как строится предложение в английском языке, какая-то элементарная грамматика уже в голову приходит. Главный принцип – это погружение в среду. Погружение. Чем больше английского вокруг вас, тем больше шансов, что вы его выучите. Потому что русский язык мы так и учили. Не по учебникам, не по репетиторам, не по всяким видюшкам, ни почему. Мы учили его от родителей, от окружения, от телевизора, от книжечек. То же самое с английским. Если он вокруг вас, то выучить его намного-намного проще. Два упрямые барана повстречались на бревне. Дай пройти барану прямый первым мне. Да. Попасть сначала, давайте еще раз. This Boulderabas, Ikeyeri, Ikeyar. Ikeyar, Ikeyar. Моменты жизни. Так, сегодня мы
мы будем играть в футбол. Я тоже хочу играть в футбол. Они играют без меня. Потому что я без формы. Киса, мы сейчас дадут по нишке. Я тоже хочу. Киса! Да. Как таракан бегает, а... Вот изи. Я просто, извините, еще не научилась пользоваться камерой, говорю, из деревни приехала. Мне дали камеру. Смотрите, я теперь типа блогер, да? Теперь камера — это мой лучший друг. А, Зали, ты серьезно, ты сих пор снимаешь? Да. Всем пока-пока, мои подружки, сеструшки, подписчики. Моменты жизни. Как тебе ощущение? Давай. Вот специально арендовали кабинет для твоей игры. Нет, давай, не снимай. Давай, снимай. Я не снимала, не надо, не снимай. Пожалуйста. А ты давай, давай. Ну, две ноты, давай. Нет. Да. Нет. Ну, пожалуйста, Алла. Нет, давай только не скурая. Девочки, у нас идет сеанс экстрасенсорики с Хваткавидзой. Хваткавидза утверждает, что может по руке погадать, кто парень у Анны Хакимовой. Издалека. Так. Самая лучшая гадалка. Самая лучшая гадала? Да. Давай. Сильно, сильно ясновидящая, сильно. Диана, Диана составляет фоторобот. Фоторобот, Диана, давай. У него глаза 17 лет потемнее твоих. Он скоро подарит тебе кольцо. Поэтому кольцо я поняла, что скоро у тебя появится новое кольцо золотое. Оденешь ты его на этот самый палец, он встанет тобой на колено перед тобой и скажет... И упадет лицом в снег. И скажет: Аня, выходи за меня замуж. У тебя будет шикарный маникюр, вот. Пошикарнее, это хороший маникюр, он оденет на этот красивый палец кольцо и скажет: она в шоке. Выходи за меня замуж. Она в шоке. А ты скажешь, я подумаю. Да, ну он будет, он и так выше тебя, конечно, глаза у него чуть потемнее твоих, цвет волос у него как у Нины цвет волос. Так, Нина цвет волос, у Нины такой цвет волос. Что могу сказать, по энергетике тебя и по твоей руке, я вижу, что все хорошее в жизни будет, все отлично будет. Как его зовут-то хотя бы, буквы какие? Да, самое главное забыла, как искать-то по IP там, может... ID, адрес там в ВКонтакте. Там есть буква R. Буква К и буква Р. Погодите, у нас есть фоторобот. Посмотрим. Раз, готовы. Как он выглядит? Автопортрет. Как ты будешь его искать? Да. Это Кирилл. Как? Буковка R что означает? Посередине. Да. Он всегда думает о своей любимой Анечке. У них будет двое детей. Так. Мальчик и девочка. Да, мальчик и девочка. 42 рубля и 42 рубля.
42 размер. Нет, 42 размер. Чтобы Аня знала, какую обувь ему покупать на 23 февраля. Злая свекровь, которая хочет очень сильно запрячь Аню. Потом ее свекровь, ей уже понравится Анечка, она будет улыбаться. Катя, что ты скажешь? Ну, что я могу сказать? Что увидела, то и сказала. Вот все на сегодня. Спасибо большое за просмотр. Если вам понравился этот видос, то поставьте лайк. Напишите в комментариях, в принципе, как вам этот формат. Потому что очень много людей пришли недавно и не знают, что такое момент этой жизни. Ну, а если вы не подписаны на мой канал, то почему вы это еще не сделали? Время подписаться. Тем более, на протяжении всего декабря будет выходить 2 видоса в неделю. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. С вами была Дарья и группа М151. Скоро увидимся. Пока! Пока, подписчики!